Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, Олечка, здравствуйте. Я хочу сказать, что я не знаю английский язык. Я учитель химии, поэтому... Нет, все будет на русском. Хорошо. Кроме моих слайдов, наверное. Да, я увидела, и поэтому решила предупредить. Спасибо, да, спасибо. Ольга, скажите камеру, как вы относитесь к включенным, не включенным камерам? Отлично отношусь и к тому, и к другому. Ага, благодарю. Поэтому как вы считаете нужным, как вам комфортнее, так и сделаем. Кто-то вот, Фаид говорит, кто-то бежит с уроков, а я, например, воспользуюсь минуткой перерыва тоже, пока ждем коллег, и попью кофе, потому что тоже уже началась у меня подготовка к учебному году, конечно. Я уже вот в офисе у себя. Вот. И сесть спокойно попить кофе уже очень-очень сложно. Поэтому пока есть минуточка, пока мы ждем, надо подкрепиться. Коллеги, есть ли у нас тут любители кофе? Любители? Да. Конечно. Я тоже конечно. Очень фан кофе, но стараюсь больше 2 чашек в день, конечно, не употреблять. 1-2 так вот. А у вас получается держать этот баланс и не слишком много пить кофе? Меня муж приучил пить только вот заварной кофе. Поскольку сама я его не готовлю, он готовит только. Он готовит только по утрам, и все. А растворимым мы больше не пьем. Я тоже тогда еще, когда я жила в Египте, тоже приучилась быстренько. Знаешь, к хорошему же быстро привыкаешь. Приучилась к арабскому кофе, который, естественно, заваривается в турке. Вот. А здесь в России муж купил кофемашин, вернее, у нас их 5. 2 дома, и в каждом филиале тоже у нас по кофемашине стоит. И я считаю, знаете, это как вот indulgement такой, то есть побаловать себя, да, сесть, успокоиться, заварить себе кофейку, ты заслужила этот замечательный перерыв и этот вкусный кофе. И немножко попалась, а мне всегда помогает это настраиваться. Пои, ну что, мы начинаем, да? Давайте. Запись у нас же будет, поэтому... И мне, пожалуйста, тоже запись, я выложу у себя в группе, чтобы не повторять там информацию. Так, дорогие коллеги, мотивация всегда очень такой жесткий вопрос. И неважно, что вы преподаете, всегда очень сложно поддерживать мотивацию учеников. Так было, есть и так будет. Но мы, слава богу, живем с вами сейчас в 21 веке, где существуют различные инструменты, которые помогают нам, учителям, организовывать наши уроки, да, и в том числе некоторые из них направлены на то, чтобы помочь нам поддерживать мотивацию наших учеников. Вы знаете, когда я готовилась к этому вебинару, у меня была сначала идея дать вам для разогрева различные презентации, которые помогают поддерживать рабочие такие инструменты, да, которые помогают поддерживать мотивацию буквально на одно задание. Да? То есть, например, вот чеширский кот. То есть у меня есть такая презентация «Чеширский кот». Нашла ее когда-то на просторах интернета пару лет назад и иногда ее использую. Да? То есть чеширский кот, он же появляется. Так вот, первый слайд, там только ветка, там только дерево и кота нет. Как только детки отвечают правильно на какой-то вопрос, вы нажимаете кнопочку, появляется часть кота. Таким образом, на 8, ответив на 8 вопросов, у них появляется весь код. Это очень замечательная разработка. Она мне очень нравится. Но понимаете, она хороша один раз. Даже уже на следующий урок детям будет неинтересно. Понимаете, это очень такая short-term motivation, очень... интересно, но буквально вот на коротенькое время, да, на одно задание, и все. Уже на этом уроке вы больше это не построите. Да? Вот. А есть учителя, которые самостоятельно разрабатывают там какие-то мотивационные системы, например, там баллы или монетки. То есть вот хорошо справился с заданием, вот тебе монетка. Есть центры, которые имеют свою валюту какую-то внутреннюю, да, там, в зависимости от того, что как домашку там сделал, или на уроке тест хорошо сделали, еще как-то там, ну, любые условия, да, они получают монетку, и потом за эти монетки они что-то покупают в центре, или какое-то поощрение есть, да. Вот. Я же сегодня вам предлагаю ознакомиться с 4 системами, да.
4 системы, 4 мобильных приложения, 4 организационные такие вот прям системы, которые помогут вам, любую из них, если вы выберете, любая из них поможет вам, первое, поддерживать интерес учеников на протяжении всего года, потому что вы увидите, how to manage, как это все организовывается, да, на протяжении года. Во-вторых, поддерживать их дисциплину, да, чтобы они не расслаблялись ни одной минутки на уроке, ни одной минутки дома, чтобы они не расслаблялись, потому что каждый раз они активны, каждый раз они зарабатывают что-то там, что помогает им переходить на другой уровень. Да. Вот, поэтому вы можете использовать совершенно любую систему, из четырех которых я сегодня вам предложу, а я скажу вам свои комментарии. Опять же, это будет личное мнение мое. Эти мотивационные системы подходят как для онлайн-занятий, так и для офлайн-занятий. И они подходят под любые предметы, которые вы преподаете, под совершенно любые предметы. Не пугайтесь того, что у меня слайды на английском языке. Больше я привыкла выступать на английском языке, но, говорю, система легко адаптируется под все остальное. Да? Почему я решила вам об этом рассказать? Да? Вот коротенько мои тезисы. Да? Классную рутину вам эти системы помогут превратить во что-то очень интересное, во что-то очень увлекательное. Да? Например, дисциплина, выставление оценок за урок, как бы, да? Домашка. Дать и проверить, да? Если вы используете эти системы, ваша классная рутина станет увлекательней. Дальше, про мотивацию я уже сказала. Каким образом эти системы поддерживают мотивацию учеников? У них есть награды различные, да? Стикеры, цели, которые они должны достичь. И что самое главное, это здоровая конкуренция между собой. Потому что они видят баллы свои, они видят баллы своих сокурсников, да, одногруппников, sorry. И между группами тоже это можно сделать соревнование. Да? Третий момент, почему мне очень нравятся четыре мотивационных системы, о которых я сегодня рассказываю, что это очень все наглядно, очевидно. Как вам, учителю, так и детям. Потому что все эти системы, о которых я буду сегодня вам рассказывать, они имеют свой интерфейс для учителя, для родителя и для ребенка. Они разные, да? Ну, немножко по-разному выглядят, да? Но, тем не менее, ребенок или родитель не смогут сказать: «Ой, а я не знал, что я не справился с тестом. Ой, а я не знал, где выложено домашнее задание», да? То есть все-таки вот эти системы, они позволяют все в одном месте вам иметь. Это чудесно. И то, о чем я буду рассказывать, проверено мною лично, и это абсолютно безопасно. Они отличного качества, они совмещаются со многими другими educational, образовательными приложениями, да, и они помогают вам держать связь с родителями, с учениками без мессенджеров сторонних, да. Ну что ж, давайте начнем. Первое, о чем я сегодня хочу рассказать, приложение называется Teacher Kit, да, в переводе с английского это набор учителя, да. Я файлю оставлю свою презентацию, потому что здесь есть все ссылочки, да. Вот, и вы можете, соответственно, потом пощелкать, да? Teacher Kit. Я сейчас покажу вам коротенькое видео, презентацию этого приложения. Это демо-версия, которая дана у нас с вами на английском языке, да? Да. И сейчас я поясню, то есть буквально минуточку мы с вами посмотрим. Thank you.
таком вот ключе, да? Итак, track student performance, да, то есть вы можете... Ольга, там Катя написала в комментариях, когда была вот эта музыка, ну, когда этот ролик был, то вас не слышно было, что вы говорили. Скажите, пожалуйста, вот основные моменты. Да, сейчас все повторю. Это сайт, где звук. Там можно наверху, в правом верхнем углу, отключать звук. То есть, если какой-то трек идет в презентации, можно отключать, там, нажать на кнопочку, и звук не будет. Так, значит, что здесь может быть у нас, да, то есть мы можем с вами вести карточку ученика, да, то есть его все основные моменты учебы будут видны. Вот здесь add behavior, то есть мы можем с вами вести дисциплину, то есть заранее продумать плюсики, минусики и ставить их во время занятия, то есть не только оценки. Track attendance, то есть вы посещаемость можете там отмечать, и, соответственно, create reports, то есть отчеты делать. Базовая функция свободная, бесплатная, да, здесь очень много всего, чего может быть в бесплатной версии. Премиум-версия стоит, ну, грубо говоря, $40 в год, она позволяет вам более детальные отчеты делать, больше вариантов, как бы, да, вот, и вот, как вы видите, три разных интерфейса, да, для учителя, для родителя и для ребенка, вот такие. Мое личное мнение об этом приложении. Из плюсов. Оно совмещается, поскольку это гугловская разработочка, она совмещается с Google Classroom и другие гугловские образовательные программы. Имеет три интерфейса, да, учитель, ученик, родитель. И имеет достаточно много в своем наборе бесплатных особенностей, да, функций, которые вам помогут. Из минусов. Очень сложно вникнуть. Честно, я уже пытаюсь ее применить год шестой. И в этом году тоже, я когда готовилась, думаю, я покажу, вот, а я все-таки зайду, я это сделаю, покажу коллегам свой готовый уже, как бы, да, это приложение, как это выглядит. Но не получается у меня, да. То есть, хотя я, в принципе, могу, не могу сказать, что я прям на ты с технологией, но я достаточно нормально пользуюсь. Видите, Zoom провожу спокойно. Вот, не получается у меня почему-то так легко, как с другими вот мобильными приложениями, которые я буду сегодня вам показывать, да. Но опять же, возможно, у вас получится, и я считаю, что его функции, которые показаны, они стоят того, чтобы их попробовать все-таки, да. Дальше, что мне еще не нравится, там нет внутреннего общения, нет внутренних чатов, да, то есть придется прибегать все-таки к стороннику, какому-то, к стороннему мессенджеру, да. Невозможно посылать домашку, фотографии, видео, вот это пока нет там такой функции, да, вот. И по сравнению с другими приложениями, которые я буду рассказывать, достаточно ограниченный все-таки функционал, да. Второе приложение, о котором я сегодня буду рассказывать, это Classcraft, да. Classcraft, наверное, знаете, это самое-самое то, что понравится нашим ученикам. Я как раз Фаиле рассказывала про Classcraft, он как раз для подростков, да, да? Как раз для подростков, да, именно, да. Если вы уже знаете об этом, все знают об этом, скажите, пожалуйста. Кто не нет, знает? Не все. Нет, не все. Не все, да. Тогда я расскажу, но опять же, я рассказываю вам такую основную, как бы так, информацию, да. Так, значит, Classcraft – это такая игра, полноценная видеоигра. А в чем ее особенность? Да? В том, что это отличного качества видео, настоящая видеоигра, которая доступна, опять же, и в компьютере, и в телефоне, и в планшете. И для того, чтобы укрепить своего героя, дать ему разные силы, дать ему суперсилы и так далее, они должны выполнить задания. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, они должны выполнить задания. Да? И таким образом они в игре поднимаются, поднимаются и поднимаются. А что еще мне здесь интересно, да, в том, что они играют командой, да, то есть можно играть одна группа против другой группы, каждый выбирает своего героя, это важно, это индивидуализация такая, да. Пройдя несколько заданий, они заработали какую-то там денежку, валюту, и на нее купили вот суперсилу, оборудование, даже там в том цех можно покупать, да, сам им дается выбор, понимаете, это очень здорово. И им даются баллы дополнительные за то, что они помогли другу, если друг попросил помощи, да,
преодолеть какое-то задание, соответственно. Да? Вот. Значит, здесь есть уже чаты для общения с родителями и со студентами. Встроенные, да? Дальше можно смотреть, это вот так выглядит родительский, посерединочке это родительский, да, то есть они видят прогресс своего ребенка, да, то есть насколько он продвинулся, да. И опять же, мы можем с вами поощрять, если вы включите эту функцию, мы можем поощрять с вами не только задания, но и поведение. То есть плюс 50, если он сделал это, плюс 60, если он сделал это, все это вы настраиваете самостоятельно во всех мобильных приложениях, о которых я сегодня рассказываю, да. А для них это вот прям вот настоящая видеоигра для студентов, понимаете? И еще есть там квесты. Есть отдельная функция разработка квестов. Все это совершенно бесплатно. То есть они могут пройти онлайн-квест. Есть уже заданные маршруты. Вам надо только туда вставить свое задание. Это есть в бесплатной версии. В платной версии вы можете свои маршруты придумывать, как бы, да, в неограниченном количестве. Далее. Для того, чтобы открыть кусочек следующей истории, они выполняют задание, понятно, да? И вот они могут свои персонажи, да, усиливать, покупать им там различные штучки и так далее. Вот что говорят нам разработчики. То есть там интерфейс русский? Плохо слышно вас, Оля. Интерфейс русский? Интерфейс есть русский и английский, да. Русский и английский есть интерфейс, да. Сейчас я покажу вам их сайт. И опять же говорю, я оставлю Фаилю вот сайт classcraft.com/ru, да. Оставлю Фаилю презентацию, потому что там есть все ссылочки, да. Вот он. Да, здесь есть расписано все эти, да, мотивации, почему это работает, как автоматизировать это все, да. Здесь вы можете прикладывать сразу домашние задания, здесь вы можете сразу различного формата документы прикладывать и так далее, да. Вот. И возвращаясь к моей презентации, я вот говорю свой личный опыт, даю вам плюсы, минусы. Это лично мое субъективное мнение, да. Значит, бесплатная версия, базовая версия имеет достаточно много функций, да. Если у вас огромная школа, тогда есть смысл переходить на премиум $120 в год. Но, в принципе, я считаю, что и бесплатных функций здесь более чем достаточно вообще. Из плюсов – великолепный дизайн. Просто… так. Угу. Сейчас еще раз запущу свою презентацию, что-то мне не нравится, что мне тут пишет. Так, видна ли моя презентация? Да, все видно. Спасибо. Великолепный дизайн, понимаете, дети влюбятся моментально, потому что это реальная видеоигра. Все очень честно, все очень понятно для детей, все очень очевидно. Вот я заработал, вот мои очки, вот я могу купить, понимаете? И здесь два в одном. И короткая мотивация, да, то есть я сейчас это должен выполнить, чтобы не упустить этот шанс и заработать эти очки. И длинная, то есть на более длинный срок мотивация. Почему? Потому что они хотят стать самой сильной командой за год. Да? Опять же, вы сами решаете баллы, за что давать плюс, за что давать минус, за что отнимать, за что добавлять. Все это вы делаете самостоятельно. И как я уже говорила вам, что вы можете создавать квесты свои, и вы можете посылать здесь домашку, прикреплять ее в форме документа. Это может быть и видео, это может быть и аудио, это может быть документ, все что угодно. Да? Немаловажный момент – тимбилдинг. Да? То есть вы можете сдружить ребят между собой, как они все играют в одной команде. Очень хорошо, когда мы играем одна команда против другой. Но если у вас нет такой, то просто они играют и посмотрим, насколько сильными мы сможем стать с вами за год. Вы видели, что там есть общение с родителями и со студентами. То есть тут уже не нужен сторонний мессенджер. Это большой плюс. И несмотря на то, что эта игра популярна уже, наверное, лет 5 за границей, да, особенно в Америке, у нас в России она пришла только в прошлом году. Но лично я
Хотя я говорю, я не технический гений, но тем не менее, лично я верю, что я справлюсь, и я смогу. И я уже начала потихонечку изучать это приложение. Почему? Потому что есть очень много тьюториалов, да, то есть много обучающих видео о том, как это делать. От самих официальных как бы разработчиков и также от учителей, от коллег. Вы знаете, что мы, коллеги, любим делиться друг с дружкой, поэтому люди снимают, выкладывают, в том числе и на русском языке. Поэтому я верю, что у нас с вами все получится здесь. А если вы не геймер из минусов, да, то, возможно, вам будет немножечко сложно. Я не геймер, но я думаю, что у меня все обязательно получится. И вы не можете пользоваться им в классе. То есть это чисто для домашних заданий, да, то есть чисто не то чтобы для домашних заданий, а чисто то, что они делают дома. А все, что вы можете в классе сделать, это дать им points, да, то есть дать им баллы за это и за то, и все. Все остальное, оно выложено на платформе, они заходят, выполняют и автоматически за это им начисляется. Вот так это работает. Абсолютно стоящее приложение, рекомендую потихонечку с ним познакомиться. И переходим к третьему application, к третьему приложению, класс Google. В свое время я его вот до прошлого года очень сильно использовала с малышами, очень мне нравилось, очень я прям в него влюблена. И покажу вам сейчас, соответственно, да, свою страничку, она у меня, хотя уже год не пользуюсь, она у меня сохранилась. И чуть позже я поясню, почему я не пользуюсь сейчас. Так, вот класс души, да. Все настолько элементарно, все настолько здесь просто, что просто, ну совершенно любой учитель может это сделать. Единственное, что, не знаю, как сейчас, но раньше здесь был интерфейс только на английском языке, но я переводила, у меня был даже учитель начальных классов, учитель моего сына, которая пользовалась этим приложением, как бы, да. Значит, есть класс Dojo, он есть как сайт, да, так и мобильное приложение. Учитель пользуется сайтом, дети, родители пользуются мобильным приложением. Вот так, да, скачиваются и пользуются. Очень легко добавлять родителей и детей. Прямо очень легко. То есть вы создали группу, вы выбрали, кто как выглядит, вот этих монстриков, да? И все, и здесь будет у вас распечатать коды. Распечатывают коды, родители скачали мобильное приложение, когда они скачали, у них пишется, возьмите коды учителя. Вы им уже распечатали эти коды, они его вставили, и все работает. То есть все вот вообще прям элементарно, по сравнению, опять же, с черки, да? Все настолько элементарно, все интуитивно и очень-очень понятно. Вы создаете группы. Да? Вот видите, у меня группы здесь мои, вот Brilliant, Chelsea, East, Equator и так далее. Вы создаете группу. И вот у меня в группе 5 человечков. Альбина, Алина, Иван, Мария и Влад. Да? У меня во время занятия класс Dojo открыт всегда. Класс Dojo открыт всегда. Почему? Потому что в любой момент я могу спросить ученика и поставить ему за это балл. Да? Вот, например, Альбину я вызвала, она мне что-то ответила, и я ей за спикинг поставила плюс один. Вот у нее плюс один по спикинг. Уже у Альбины сразу в ее мобильном приложении высвечивается, что мисс Ольга вам дала плюс один за спикинг, и у родителей то же самое. Да? Потом был Иван. Иван был редиском, и он... И он, вот минусы, да, пришел там, не, он болтает и отвлекает мне Альбину, я ему ставлю минус один, соответственно, да. Таким образом, у Ивана уже не 100, а 99. То есть все очень быстренько вот как бы решается. По поводу стикеров, давайте посмотрим. Стикеры эти, вот все положительные, отрицательные, да, вы придумываете сами. У моих учеников было именно вот так. В зависимости от того, над чем вы работаете, вот, например, у нас одно время был pronunciation, потому что это малявочки совсем, с Z, да, поэтому я уже вставила это сюда, W и так далее, то есть вы можете писать все, что хотите. У меня есть особый балл за быстро и правильно, потому что очень часто дети быстро делают, но неправильно, да, и так далее, и так далее, и так далее, кто активно пел песенку, там, суперактивный, усердная работа, если человек работает, не получается, но он все равно продолжает работать, это мы тоже ценим. Такие штучки, как вежливость, да, такие штучки, как помощь учителю, помощь другу, все это я вставляю сюда. Сейчас вот здесь, в этой группе, у меня нет помощи другу. А раньше была помощь другу, там была такая рука протянутая. Да? Почему? Потому что дети только пришли, я хочу их сдружить. И если он помог другу,
Здесь не имеется в виду подсказка, здесь имеется в виду там карандаш одолжил, улыбнулся, поддержал. Я ставлю плюс один. Через 2 месяца у них это входит в привычку. Вырабатывается такая позитивная образовательная атмосфера, да? Кстати, почему стикеры на русском языке? Потому что это для малявочек, потому что это для родителей, чтобы они видели, над чем работать. Поэтому на русском языке. Вот, через 2 месяца я этот стикер убираю, а отношения осталось. Привычка хорошая осталась. Да? Вот таким образом вы эти стикеры постоянно меняете. Вот нажали на значок карандаш и вписали все, что вам надо. Из отрицательных стикеров. Их не так много, как положительных стикеров. И вы знаете, большинство из них придумали сами дети. Вот, например, стикер «Не в духе», да? Плохие слова. «Блин» у нас считается плохим словом. И для того, чтобы именно эту группу отличить от слова «блин», у них есть вот это «плохие слова». Вот. Ну, забыл переобувку и так далее, или там прослушал, прошлят, да, все вот это вот вы можете здесь писать. Вот, например, использование русского, да? Хоть это и малявочка, но все равно же мы хотим, чтобы они больше говорили на английском. Если он мог это сказать на английском, там, пожалуйста, в туалет, сказал все равно по-русски, он получает минус. А если он все-таки сказал это на английском, пусть неправильно, но сказал, здесь у меня есть за использование английского, да, то есть плюсы и минусы. Вы можете, кстати, здесь ставить от плюс 1 до плюс 5. То есть вот такая, как бы, например, за супертест. Ты у меня, видишь, за супертесты, за то, что он правильно и хорошо справился с тестом, у меня 75%, значит, это супер ты справился с тестом. Получаешь плюс 5 сразу, да? Вот, здесь вы уже можете это делать самостоятельно, да. Почему еще у меня открыто это всегда? Есть замечательный вот attendance, да, то есть это посещаемость. Нажав вот так, детенка не было. Нажав вот так, детенок опоздал. Нажав вот так, детенок с полурока ушел, да, вот таким образом. Дальше, что еще есть? Если я спросила 2 человек, Альбину и Ивана, да, то я им сразу обоим ставлю там, за чтение, например, молодец. То есть это очень удобно. Можно вообще всю группу сразу поставить, да? Вот, есть рандом, да? Все знают слово рандом. То есть если я не знаю, кого мне вызвать, типа такая, да? Или я хочу, чтобы это было типа рулетки какой-то, то я нажимаю эту кнопочку, рандом. И он сам хоп-хоп-хоп выбрал студента, ага, Влад отвечает, и автоматически открываются оценки. Это безумно удобно, да? Я поставила ему быстро и правильно ты ответил, сумочка, молодец, и нажимаю дальше, да. Есть таймер встроенный, понятно, что такое таймер, да, вот он у меня появился, есть такой таймер, да, а есть вот такой таймер, то есть 2 вида, как вы хотите. Но и это еще не все в функциях класс-душа, да, у них есть toolkit, то есть инструменты различные. Таймер я показала, рандом показала, можно формировать группы, опять же, автоматически они распределяют детей по 2-3 человека без вас. Есть noise метр, да, то есть шумометр такой. То есть там вы можете отрегулировать его, если группа слишком шумит, включаете шумометр, им там различные звуки как бы так приходят. И вот это мне очень нравится, музыка. Я приучила своих детей, да, что когда они выполняют задание, там, например, в рабочей тетради, решают задачу какую-то, да, то я им ставлю вот такую медленную музычку. Они уже как собака Павлова, понимаете, слышат музыку и все сидят, концентрируются. На примере я покажу вам просто музыку. Другая мелодия. Они не засыпают. Такая инструментальная, спокойная музычка, не засыпают. И для игр, видели там, да, есть для игр еще активная музыка. Вот она, активная музыка. Да? Кто под что делает, как бы это очень удобно. Вот такое замечательное приложение. И вы знаете, что самое мне нравится больше, что оно совершенно бесплатное. Здесь вообще не предусмотрено никаких платных версий. Абсолютно. Я удивилась, я все время была амбассадором 3 года с этими класс-дружествами с Российской Федерации. И когда ты скачиваешь мобильное приложение, оно пишет, что есть платные функции. Я присылаю скриншот и говорю, ребята, что это за платные функции? Американское это приложение, они говорят, у нас не было и никогда не будет платных функций, да? То есть это что-то Play Market там у нас чудит сам по себе. Вот, что еще здесь есть? Портфолио, да? То есть ребенок может отсылать вам домашнее задание, то есть вы ему, а он вам. И никто, кроме вас и ребенка, это не видит. Кстати, каждый ребенок здесь похуже видит только свои оценки.
То же самое и родители видят оценки только своего ребенка. Класс story, то есть вы можете с родителями обмениваться фотографиями, файлами, видео и так далее, постами, как что у вас проходило. И messages – это с детками вы переписываетесь отдельно с каждой деткой, например. Да? Вот такое вот замечательное просто приложение. Как вам, коллеги, класс тоже приложение? Вот последнее приложение очень понравилось, вообще супер. Для групп, мне кажется, вообще идеально для мотивации. Идеально, да, вы правы, идеально. Но я вам еще сейчас кое-что расскажу, что, может, больше еще вас любит. Да? Во-первых, characters, да, то есть персонажи. Там есть готовое, когда вы станете учителем класс дуже, да, что очень легко, заходите на сайт, регистрируете свою школу, потом регистрируете учителя, все это в секунды дело делается. Вот, то вас добавляют потом в Facebook группу, в Facebook комьюнити, официальную группу для учителей и для амбассадоров, да, где есть готовые материалы, куча готовых материалов, брендовых вот эти, да. У меня, например, распечатаны были вместо стикеров, которые вот хорошо справился, отличная работа, у меня были вот эти монстрики, да, и вот у нас был год, когда мы собирали всех монстриков этих, да. То есть справился сегодня хорошо, вот тебе монстрик, на тетрадочку мы клеили просто вот так вот, на обложечку тетрадочки мы клеили, и они потом хвастались, у кого какого монстрика есть, у кого какого нет, то есть можно вот так сделать. Это класс дуже стикерс называется, да. А также у меня была вставлена класс дуже rewarding system, то есть это система поощрения на год. Что это значит, коллеги, да? Я разрабатывала следующую систему поощрения. Если ты заработал плюс 50, в среднем они в месяц зарабатывали у меня где-то 20-30 стикеров. В среднем, да, мы так посчитали с коллегами. Это плюс и минус, если плюс-минус, то где-то так 20-30, да. Так вот, в тот момент, когда ты зарабатывал плюс 50, ты мог выбрать самостоятельно место, на котором ты хочешь сегодня сидеть, да. Или у тебя плюс 50, ты, то есть один год так был, один год так у меня было, по-разному. Или, например, ты приносишь песенку для физминутки. Там, если это английский язык, то head, shoulders, knees and toes, например, да, или что ты хочешь, чтобы мы сегодня спели, там, in, out, что ты хочешь, но на английском языке. Был такой не класс дуджо, а класс диджей называли мы, да, вот. Если ты зарабатывал плюс 100, то ты становился у нас ведущим, поскольку у меня клуб, у меня не учителя называются, а ведущим, ты становился ведущим на 10 минут, то есть ты вел урок 10 минут. Как они к этому относились? Ой, это было просто удовольствие. Во-первых, я видела Ольга номер 2, то есть все их манеры, все их classroom language, да, все это было прям, копия моя, это было очень мило. Но как они ответственно относились? Господи, они заранее приходили, я им объясняла 10 минуточек, что они должны сделать. И, конечно, это был просто отпад. А когда они зарабатывали 150 баллов, да, мы им вручали большую толстую шоколадку. Это было милка, ну, хороший, качественный, как бы так, шоколад. Когда они занимали плюс 200, где-то 40% учеников за год зарабатывают 200 баллов, да, то мы им давали в подарок какой-то брендовый материал. Однажды это была кружка для горячего питья, да, мы класс дуже туда приклеили, вставили. Вот, потом однажды это был бейдж, такой большой значок, написано класс дуже the best, да, самый лучший. Вот, и вот такая система, да, то есть заранее мы каждый год это продумывали, вывешивали в холле, чтобы они знали, к чему им стремиться, и было здорово. Однажды мы тоже сделали, я уже не помню, на плюс 100 или на плюс 150, мы сделали тайный Санта, да, то есть у нас была секрет класс, дуже был. Что это было? Мы договаривались с родителями, что у вас уже вот плюс 100 баллов, вы приносите другому человеку подарок. Это мы сразу обговаривали. Ручка или карандаш, новый, естественно, маленькая конфетка или шоколадка, и маленькая-маленькая игрушечка наподобие, как из киндер-сюрприза, да? И все это мы заворачивали в бумажечку и в коробочку клали. И вот я, у меня уже плюс 100, я туда положил свой подарок, бросил, да, и достаю любой другой. Это было вообще гениально, потому что мне, как руководителю, ничего не стоило, кроме бумажки завертывающей, купить это. Для детей это было просто вау. И, конечно, они старались все самое лучшее как бы так принести, ну, и это было здорово. Также у меня был и до сих пор есть, хотя не пользуюсь системой, сейчас класс дуже teacher, да, учитель класс дуже. Это такой бейджик, обычный бейджик, да, с монстриком девочка, с монстриком мальчика. Сейчас я здесь нет фотографии этой у меня. Это для fast finishers, это для тех, кто заканчивает рано. То есть я дала задание, поставила музычку, и кто-то справился быстро. Я эту рабочую тетрадь проверила, прицепила ему пейджик класс дужу и говорю, теперь ты проверяешь всех остальных. Что делаю я? В это время сижу в офис спокойно,
Дети работают совершенно автономно. У меня вот в классе 8 человек, и у меня, как правило, 2 пейджика класс уже, мальчик и девочка, да, кто первый мальчик закончил, проверяет других, и девочка тоже проверяет других. Работает просто на отлично, говорю. Вот очень рекомендую, то есть эта система позволяет вам прям вот, ну, много всего придумать, да. Вот, плюсы системы, что вы самостоятельно можете адаптировать это под себя. Баллы, аватарки, кстати, там можно аватарки не только монстриков этих ставить, но любые вообще совершенно другие фотографии, вы сначала их подгружаете на комп, потом ставите. А дети тоже, вернее, не с детского аккаунта, а с родительского аккаунта, они могут поставить себе любую аватарку. Один год у меня было, когда ты достигаешь плюс 50, ты можешь поменять себе аватарку. И они ко мне подходили до занятия, и мы выбирали, то есть я им показывала, что есть, и они выбирали себе, что хотят. Дальше. Attendance report, то есть есть отчет, отчеты там очень удобные, и есть посещаемость, можно отвечать. Также вы получаете, вы даете баллы за поведение и за учебу. Это очень важно, что мы ценим не только учебу, но и поведение. Поэтому помогает это все создавать такую позитивную атмосферу продуктивности, понимаете? И здесь много, как вы видите, дополнительных функций. Есть таймер, есть инструменты, есть музыка. Ну, в общем, все, что я вам сейчас показывала. Да? И это прям такая единое общество, единый комьюнити получается. Учитель, ученик, родитель, и там есть еще специальный интерфейс для директора, который видит всю общую картину, как бы, да. Вот. А, опять же, есть внутренний чат, да, то есть не надо никакие уже сторонние эти делать, и это очень безопасно, поверьте мне, когда детки вам туда пишут, вы им пишете, домашки туда-сюда, это все очень безопасно, все очень здорово. А, как я вам сказала, очень легко все это заставить родителей скачать и сделать. Вот, и вот прям целую такую культуру вы можете построить у себя в школе с помощью вот этого класс тоже, да, вот, и то, что он user-friendly, вы уже увидели, даже я говорю, у меня было много групп, и кстати, несколько учителей могут иметь один класс, работать, ставить свои оценки, и детям, родителям видно, что мисс Ольга это поставила, мисс Ирина это поставила, как бы, и что он совершенно бесплатный, и никаких платных функций вообще просто не имеет. Из минусов. Только для малявочек подходит. Вы знаете, я пробовала сделать подобное с подростками, ставила им, в общем-то, аватарки другие, каких-то там героев, которых они любят, там, сериалов и так далее, но немножко не заходит. Все равно интерфейс детский такой, скажем так, да. Тоже из минусов вы не видите оплаты. Кто заплатил, кто не заплатил, этого здесь не хватает. И чего мне лично очень не хватало здесь всегда, это расписание. Что я не могу поставить расписание здесь вообще. То есть мне приходилось использовать совершенно как бы так сторонний ресурс. Это что касается класс-душа. Очень рекомендую к использованию. Ну и последнее приложение, о котором я сегодня хочу вам рассказать. Это приложение «Твоя школа». С тех пор, как оно у меня появилось у меня год назад, я перестала работать в класс-душу, я перестала работать с Quizlet. Я перестала работать с библиотеками онлайн, потому что все это есть здесь. Представляете себе, да, такое приложение, приложение мечта просто для учителя, для руководителя, где все есть в одном. Да? Давайте постепенно. Да? Так, сейчас я посмотрю, у меня вроде бы есть уже и демо, чтобы вам показать. Да, есть демо. Секунду. Дорогие коллеги, руководители языковых школ и преподаватели английского языка, сегодня мы рады представить вам наш новый продукт, и я вам хочу сказать на 100%, что эта CRM-система отличается от всех остальных, которые представлены на рынке образовательных услуг. Приложение «Твоя школа» является мощным инструментом, который упростит жизнь вам, как преподавателю, а также поможет вашим студентам сохранять мотивацию. С помощью интервального повторения ребенок может отрабатывать все фразы и выражения, которые добавляет учитель. Радует то, что мои студенты стали более заинтересованы в изучении английского языка. У них появилась возможность тренировать слова каждый день. Они набирают баллы за прохождение различных уровней. То есть идея в том, что они начинают с маленького червячка и постепенно повышают свой уровень до тираннозавра.
очень рада, что все-таки решилась попробовать это приложение, и оно стало мне незаменимым помощником в течение года. Поэтому и вам рекомендую попробовать это приложение в обучении своих студентов. На уроках я получаю стикеры. У меня таких немножко пока что, но я добиваюсь цели, чтобы получить их все. А также учителя нам задают разные слова, которые нам надо будет выучить дома. Детям это очень нравится. Родители могут контролировать успехи своих ребят, и учителя могут точно так же контролировать весь образовательный процесс, который строится в языковой школе. Очень удобное приложение для телефона. Мне нравится функция, то, что можно выделять слово и сразу же добавлять его в свой словарь. В конце года я еще много зарабатывала стикеров на уроках, и мне в конце года дали вот такой вот значок «Супербрейн», потому что я много таких стикеров получала. Это мотивирует сильно на занятиях. Я эксперт по внедрению BigBang CRM. Интеграция с нашей CRM-системой занимает от 1 до 7 рабочих дней. Так, ну дальше, в общем-то, все понятно, да? Так, что есть? Сейчас покажу, да? Так, смотрите, вот так вот выглядит мобильное приложение у ребенка. Новикова – это одна моя ученица. Да? Я вам показываю это на компьютере, но вот именно так выглядит это все на телефоне. «Твоя школа» называется приложение. Да? Здесь, как видите, фотография, аватарочка – это ставит она сама. То есть они сами сразу кастомизируют свои приложения. Дальше, поскольку сейчас уже у нас Новый год, у нас был сброс их активностей, да, сброс их прогресса. Но вот на главном экране она видит расписание. Сейчас мы здесь не видим расписание, потому что еще мы не ставили ее в группу, это будет с 1 сентября. И вот здесь сразу она видит свой прогресс. Да, сколько баллов она получила за работу в словах, сколько стикеров она заработала. Да, и автоматически система определяет ее место в группе. Согласно этим баллам заработанным, да, там первое место в группе в этом месяце, там шестое место в группе в этом месяце, в школе и в мире. В мире здесь имеется в виду, то есть все школы, которые используют это приложение. Да. Дальше. Вот здесь та система, о которой говорится. Чем больше ребенок занимается в этом приложении, я сейчас покажу, что именно она может там делать, тем выше у нее становится уровень. То есть они начинают с ленивца, потом они тренируют слова, читают истории, там, да, выполняют задания, и потихонечку они достигают до тиранозавра. У меня в этом году был один тиранозавр, представляете? Я лично остановилась на сове, да, и так далее. Вот. Таким образом, то есть вот такая геймификация, да. Кроме этого, мы можем с вами начислять им монетки. Вот сейчас здесь понятно, почему написано 0 монет, потому что год еще не начался у меня. Опять же, вы учителя, вы руководители, определяете, что вы им даете монетки. Монетки, они выглядят как стикеры, но у ребенка они отражаются как магазин. А вот, например, в этом году у меня проблема в школе какая с подростками, кстати, в основном. Первая, не носит переобувку. Второе, опаздывают. Да? Третье, забывают учебные принадлежности. То есть не учебники, учебники у меня здесь оставляют, потому что у меня нет домашних заданий, а именно вот то карандаш, то ручку. И, естественно, ты им даешь, потом они это возвращают. Конечно, конечно. И вот я придумала следующее, да, то есть вот с сентября у меня такая система. Если ты с переобувкой, карандаш, ручка есть, и у меня ничего не взял, и не опоздал, я тебе дарю 3 монетки. Делает это администратор, да, плюс 3 монетки. После того, как ты, значит, а как мы тратим монетки? Соответственно, если ты взял карандаш, я списываю монетку, если ты его вернула, тебе ее добавляю, да, если ты пришел без переобувки, ты просто ничего не получаешь, скажем так, и за русский язык я списываю монетки, да, то есть если ты хочешь воспользоваться русским языком, поднимаешь ручку и спрашиваешь, можно по-русски, там, да, may I speak Russian? Вот, и за любое использование русского языка минус 1 монетка. Вот так будет у меня. Но вы можете здесь любые их достижения превращать в монетки. Да? То есть вот он почитал историю, вы столько-то монеток ему выдали. Это как вы сами настроите в этой системе. Да? И после того, как они монетки эти заработали, они могут пойти в магазин. Сейчас у меня здесь в магазине ничего нет, да, потому что я еще не создала это, но здесь у меня будут брендовые товары. Например, 20 монеток, наша брендовая ручка Cambridge Club. 50 монеток,
наша брендовая кружка такая-то, да? И это, безусловно, ну, как бы дополнительная мотивация, да? То есть, опять же, за то, что они учат слова, за то, что они активны на уроке, я просто им даю стикеры. Сейчас я покажу стикеры, да? Вот, и они просто получают баллы и растут вот здесь. То есть от уровня ленивцев до уровня тиранозавров. А за основные проблемы, вот я так сделала, например, да, вы можете это по-своему вообще организовать, да, а за то, что они вот мои основные проблемы решают, переобувка, забытые принадлежности, опоздания, я хочу это в этом году наладить, да, мы это все монетизируем, соответственно, и использование русского мы тоже монетизируем, понимаете, таким образом, конечно, у них есть товары, товары всегда должны выглядеть очень здорово, для того, чтобы им хотелось все это купить. Кроме того, понимаете, эти товары они не могут нигде приобрести, кроме как у вас. Поэтому они очень гордятся, они это делают. Да? Здесь у нее где уроки, да? Здесь стикеры, кстати. Вот, да? Пока нет стикеров, понятно почему. Но вот стикеры у нас выглядят вот так. Так же, как и в класс Дужу, вы самостоятельно редактируете любые стикеры. Вот у нас отрицательные стикеры. Мы остановились на этих четырех в этом году. В прошлом году и в этом году тоже. Да? Чтобы получить какой-то стикер, да, они могут нажать на него и посмотреть, за что они этот стикер могут получить. Да, там. Опять же, вы тоже, кстати, делаете минус, плюс, и значение там хоть 10, минус 10, плюс 10, как вы хотите, так вы и делаете. Как бы, да. Вот, например, удивил весь класс, классный стикер, детки его любят, как бы, да, то есть что-то неожиданное сделал там. Суперграмматика у него там, например, да. Вот, ну, в общем-то, совершенно любые, это я все сама придумывала, сама делала картиночки, да, вот, и таким образом они получают на уроке стикеры. У всех преподавателей, всех моих ведущих открыто это приложение в телефоне, и они в телефоне это могут делать. То есть преподаватели могут как на компьютере это использовать, так и на телефончике, да, на телефоне как-то очень удобнее это делать. Вот, уроки. Сейчас здесь нет, но вот у нее окончены уроки, да. Значит, там пишется расписание, да, и вот что важно, смотрите, посещаемость, да, вот, например, у меня цифра здесь должна быть не менее 75. Если менее 75, мы звоним родителям, предупреждаем и прощаемся. Средний балл за тесты. Здесь есть возможность во время урока, это делается уже в приложении учителя, в приложении учитель отмечает «был, не был», детенок, и отмечает, может ставить оценку за урок, оценку за домашнее задание и за тесты. Да? То есть он пишет там, допустим, сегодня у нас был тест. Нажимаем кнопочку «Тест», максимальное количество баллов, которые можно получить за тест, это 30, этот ребенок получил 25, преподаватель вписывает 25, и система автоматически считает процента. Тоже у меня для того, чтобы перейти на следующий уровень, средний балл за тест должен быть не менее 75%. Здесь можно написать преподавателю любому, вот у нее преподаватель Светлана, у нее преподаватель Аня, у нее преподаватель Олеся, Гуля, да, то есть они могут написать любому преподавателю сообщение внутреннее, да, то же самое родители. И вот здесь оплаты они могут произвести, да, то есть они видят, сколько они внесли, все очень чисто, понятно, и также они в конце месяца видят на следующий месяц уже прогноз, сколько им надо вносить. Это все находится как уже на главной страничке, когда они это открывают. И вот тренировки слов, тот же самый Quizlet, да, только уже все здесь есть. Преподаватель в течение урока пишет в группе, в своем приложении, новые слова, которые выучили. И детенок, уже приходя домой, имеет эти слова здесь. Это очень удобно просто, да? И что мне очень нравится, здесь можно читать. Книжек уже подгружено очень много, и аудио, и видео различных, как бы, да? Ну вот давайте, например, посмотрим, что мы посмотрим. Хочу показать вам именно книжку какую-то, да? Ну вот, посмотрим вот эту книжку, да? Детенок читает себе, читает, и не понял слова something. Он на него нажимает правой мышкой, да? Он на него нажимает мышкой. Нажимайте. Так. Мышка это значит у нас. Сейчас, секундочку, я покажу. Выглядит. Вот. Я не знаю, что такое adventures. Я нажимаю на слово adventures, и видишь, внизу оно мне пишет, что это приключение. Добавляю его, и вот он приключение, сразу слово автоматически добавилось в мой словарь. И если я сейчас перейду в словарь,
то здесь у меня уже, так, словарь нет, потому что она сейчас не в группе, у меня здесь еще у вас есть слово словарь, да, то там будут все слова, которые преподаватель задал, и сразу те слова, которые я сама себе добавляла. То есть дети, на самом деле, даже если в школе они учатся, то они могут добавлять себе как бы так вот слова, да, различные слова вот здесь. Видите, вот слово adventures появилось, да, то, что мы с вами делали. Так, что еще умеет делать это приложение? Новости, понятно, то есть это если руководитель пишет какие-то новости, здесь тоже у вас отображается, магазин, все я рассказала, мероприятие. Я как руководитель с компьютера пишу, что у нас будет такое-то мероприятие, если я нажму сюда, то у меня будет видно все это дело, да? Ну, естественно, контактная информация, оплату я уже вам показала. Так что вот такое вот тоже очень хорошее, очень стоящее мобильное приложение. И, конечно, поподробнее о плюсах и минусах, как бы, да? Так, это я все рассказала вам. Это я тоже рассказала вам. Здесь вы все, у вас все в одном получается, да, то есть и посещение вы отмечаете, и чтобы запоминать там даты, слова и так далее, вместо квизита вы это используете, и словарь тут же встроенный, и чтение книжек тут же встроено, как бы, да, очень user-friendly, да, то есть очень понятен интерфейс, можно увидеть оплаты, можно увидеть свой прогресс, каждый тест и в среднем можно увидеть, да. Также учитель со своего приложения сразу к уроку прикладывает любые файлы в любом формате, и ребенок сразу открывает это и видит. Можно, оценки разные там есть за работу на уроке, за домашнюю работу, за тесты, как бы, да. Там можно сравнивать с остальными себя, потому что ты видишь свои баллы, но там, где у вас, помните, было написано как бы прогресс, да, пятый в группе, второй в школе и так далее, да, внутренний мессенджер есть, и на самом деле это очень молодая система, поэтому она становится все лучше и лучше и лучше. Минусов два, как на мою точку зрения, да, что твоя школа доступна только тем, кто пользуется Big Bang Theory. И второй минус, что совершенно нет никаких бесплатных вариантов. Ну, там неделю они дают пропуск, но, конечно, за неделю ты ничего не сможешь. Вот варианты вам, да, вот варианты оплат. CRM, Big Bang CRM умеет делать то, что делает любая CRM-ка вообще. Прогнозировать оплаты, выплачивать зарплаты преподавателям, автоматически считать, сколько часов было. То есть все, что вы считаете ручками, вот это вот руками, да, там, столько уроков было, столько уроков осталось, абонемент надо, не надо, сколько этому преподавателю начислить, сколько тому, все это автоматически делает Bitbank CRM. И плюс вы получаете вот это приложение как бонус, да, как подарок получается. Мне очень нравится, и теперь как бы я поэтому не пользуюсь, соответственно, уже ClassDojo, да, потому что здесь как бы есть все в одном. Ну что ж, у меня, наверное, все по моей информации, да. Я коротенечко, как бы, коллеги, повторю вам, что для того, чтобы построить мотивационную систему, наши дети в 21 веке, они уже достаточно избалованы, да. И надо все-таки думать цельно, как бы, да, вот цельно надо думать, чтобы в этом году для всех учеников, какую систему вы можете им предложить. И я искренне надеюсь, что вы выбрали что-то для себя, посмотрели, что бывает, где, как это бывает, да, и что-то обязательно подобное себе сделаете. Я искренне вам этого желаю. Коллеги, есть ли вопросы ко мне? Вопросов нет, нет, есть огромная благодарность за обзор, потому что очень интересно, но у меня, конечно, пока класс тоже без вне конкуренции. Отлично, я очень рада, что вы... Эти герои такие милые, вообще вся система. Мне кажется, вот последний вариант, он прям хорош для подростков, а вот это для маленьких детей, это прям... Чудесно. Здорово, я рада, что вам понравилось. Они все того стоят, совершенно все того стоят. За твоя школа и за Big Bang CRM, да, я что хочу сказать, что у меня есть промокод на 10%, поэтому если кто-то задумается о приобретении, пишите мне, пожалуйста, я поделюсь. А я, в свою очередь, коллеги, хочу еще вас пригласить. На следующей неделе у меня будет 5 бесплатных вебинаров, и если вам подойдет тема, я буду очень рада видеть вас в своей группе Cambridge Teacher.
25 числа все будет по Москве в 12 часов, практически все. 25 числа, если вы готовите к кембриджским экзаменам, то с чего начать по каждому уровню, буквально на что обратить внимание. 26 числа, как преподавателю все-таки начать учить английский, я имею в виду, что у нас у всех он понятно на каком уровне, и что уровень падает, потому что мы работаем с низкими уровнями детей. Поэтому как вытягивать свой английский, как наконец-то взяться за него и двигать его на более высокий уровень, да, вот я дам... Тоже мотивация нужна, как замотивировать учителей, да? Да, именно так, потому что я на самом деле обнаружила 5 основных ошибок, общаясь с коллегами по нашей необъятной родине, которые мешают им начать заниматься собой и своим языком. 27 числа мои топ-10 teaching tips, то есть 10 моих рекомендаций о самом главном, дать вам тоже небольшую мотивацию на следующий учебный год и обратить ваше внимание на самое-самое главное и нужное. Также у меня будет вебинар для руководителей, директоров, методистов. Возможно, он подойдет и обычным учителям. Да? Вы знаете, я говорю еще раз, наши дети очень избалованы. И для того, чтобы их удержать, учеников, мало хорошо вести уроки. Этого мало. Да? То есть нужно все равно делать какие-то движухи, какие-то проекты. Сейчас это называется вау-ивенты. Для того, чтобы их привязать к себе. Вот я дам бесплатно годовой план. Да, что вы можете делать в течение года для того, чтобы их прямо вот привязать к себе. И в начале года, понятно, вот последний вебинар будет о том, как в начале года сдружить новых детей, расшевелить старых детей, чтобы лед между ними, да, разбить, и чтобы сдружить их с учителем и между друг дружечкой, и наладить как бы такую позитивную атмосферу с самого-самого начала. Буду очень рада видеть вас в группе Cambridge Teacher. Ольга, обязательно буду. Прямо спасибо здесь. Огромное. Приходите, пожалуйста, буду очень рада вас видеть. Ольга, можно вопрос задать? Да. Вот у меня был опыт по построению вот, мотивации. В группе, ну, точнее, у меня был онлайн-класс в прошлом году, у меня были восьмиклассники. И я вроде так все отлично придумала, раздавать молекулы успеха, там тоже за разные активности, бонусы, бла-бла-бла. Но, и знаете, я столкнулась с тем, что никому это, в общем-то, было не нужно, по большому счету. И, в принципе, все это самостоятельно умерло через какое-то... Ну, через примерно к Новому году, потому что ситуация сложилась так. Бонусы зарабатывали одни и те же, и, ну, в общем, одни и те же 4 человека. И, в общем, соревнование всякое потеряло всякий смысл. И хорошо, Оля, скажите, а что у вас было наградой? Вот я заработал, что было за награда? Вы знаете, у меня были материальные призы, не материальные, которые я заморачивалась и посылала детям по почте. У меня были в качестве нематериальных призов скидка на оплату, индивидуальная консультация бесплатная. И, в общем, я столкнулась с тем, что ничего особенно не зашло. И вот, смотрите, да, я понимаю ваш вопрос, такое бывает. Да, такое бывает, когда немножко не так выбран. Во-первых, не сравнить же класс крафт, все равно, правда, не сравнить же класс крафт, который является прям игрой, видеоигрой, с тем, что было у вас. Не сравнится, понимаете? Детям это более понятно. Им понятно, когда они переходят от одного уровня к другому. Так построена вся жизнь у них сейчас. Я был здесь, я теперь стал здесь. То есть надо строить это более на ступенечках, чем на баллах. Да? Это первое. Второе. Скидка, индивидуальная консультация, все, что денежное, это все больше касается родителей, не детей. Детям это не надо. Родители платят, и дети это не чувствуют совершенно. Да? У меня какие, когда у меня не было еще всех этих систем, у меня были какие призы? Билеты в кино, причем они самостоятельно выбирали, какое кино. У меня всегда, и до сих пор у меня есть доска почета, да, то есть это прям во всех родительских мессенджерах мы это делаем, во всех детских мессенджерах мы это делаем, в группах, как бы, да, в холле у нас огромная кембриджская доска почета, где прям каждый месяц, вот в Big Bang CRM это легко сделать, отследить самых топовых учеников по параметрам, там, по количеству стикеров, по количеству прочитанных историй, по количеству заученных слов, каждый месяц мы выбираем лучших, да, мы им даем грамоту, там кембриджская почетная грамота кембриджского клуба, вот так у меня называется, да,
мы им даем какой-то небольшой подарок, сувенир, вот, и прибавляем им монеты за это, да, вот, и в группе при всех мы их награждаем, что, ребята, поздравляем, в вашей группе чемпион, представляете, причем я это делаю по конкурс по потоку, то есть у меня, допустим, группа стартерс, у меня 8 групп, и всего один только может быть победитель из них, один, кто самый-самый, да, вот, при всех мы это поздравляем, плюс он висит на доске почета, плюс папа-мама приходят, оплачивают, а администратор говорит, смотрите, ваш Вася сегодня на доске почета, вы видели, да, мы в родительском чате прочитали эту фамилию, в группе ВК у меня такими прям буквами написано, что вот лучшие, the best, топ-25 этого месяца, вот такие-такие из 400 человек, представьте себе, твой ребенок пошел в топ-25, вот, то есть, больше продумайте, опять же, очень хорошая идея у подростков спросить, а что бы вы хотели, да? То есть, что бы вы хотели получить, если вы вот станете чемпионом, если вы станете лучше всех? Это тоже имеет смысл спросить. Потому что, например, билеты в кино мне подсказали дети. А какому-то детенку очень хотелось получить книжку английскую в подарок. А мне так, что это за приз такой, а ему хотелось, да? То есть, очень важно тоже еще имеет смысл спросить у детей. Спасибо большое. Но все равно мотивационная система, говорю, нужна. Просто, опять же, у нас одно видение, у детей другое видение. Поэтому да. Надо найти общий консенсус какой-то, да, то есть попробовать одну систему, вторую, третью, пятую, десятую. Когда появилась твоя школа, у меня вообще много очень вопросов отпало. Прямо очень много вопросов отпало, и родители прям настолько благодарны были за эту систему. Кому-то нравится видеть себя на доске почета, кому-то нравится магазин, кому-то нравится то, что он не от ленивцев становится тиранозавром. То есть там, видишь, там несколько в одно. А вы ее уже год пробовали, да? Да, вот я уже работала, и вот сейчас у меня второй год начинается, да. Ольга, а вот ну, я просто неискушенный предприниматель, наверное. Учитель искушенный, а предприниматель нет. Вот если учесть, что у меня поток, я занимаюсь онлайн, и у меня поток, ну, максимум 40 детей будет. Вот покупка CRM, она имеет смысл вообще? Имеет смысл покупать CRM, вот тоже со своей точки зрения, я тоже не всегда у меня было столько филиалов, столько детей, да, когда более 30 детей. Уже имеет смысл задуматься о покупке CRM, да. Угу. Вот. Она вам автоматизирует и облегчит очень много процессов. Да? Вы как руководитель будете просто там кнопочки отчета нажимать, видеть, кому сколько заплатить, с кого денег взять, с кого не взять. И опять же, любые CRM-ки, они, ну, вы можете настроить под себя. То есть хотите вы, чтобы оплата была помесячно, рассчитывались автоматические абонементы или не рассчитывались, как бы вот все. Угу. Но только в Big Ben CRM есть, во-первых, что цены адекватные, мне нравятся, во-вторых, только у них есть такое мобильное приложение, больше не упаду. Угу. И уровни там есть, то есть, допустим, ну, условно говоря, восьмерки, девятки, там, не знаю, десятки, всех учеников можно развести по потокам. Да, по потокам, по группам, вы их сами организовываете, то есть она не только для языков подходит, для всех. Просто вы не будете пользоваться, допустим, там, тренажером слов, да? А всеми остальными функциями вы будете пользоваться. Сейчас они разработали, говорю, система молодая у них. Сейчас они разработали систему под другие направления, не только английский язык. То есть, в принципе, она такая перспективная. Она очень там, ну, как по мне тогда, я пока с ними. Ну, и да. Очень адекватная команда, знаете, то есть, которая прислушивается к мнению учителей. Во-первых, что сами разработчики учителя, и у них есть своя школа. Вот, то есть они в курсе всех наших насущных оперативных вопросов, да? Спасибо большое. Я вот и класс Крафт знаю, и класс Доджо тоже знаю, а вот Биг Бен и твоя школа – это для меня просто открытие. Спасибо большое. Не за что, не за что. Я рада. Надо расширять, да, свой кругозор, знать. Особенно, знаете, все-таки хорошо знать из первых уст, правда? То есть, когда человек пользовался, и он может показать вам. И если вас это интересует, я вам дам контакты. Напишите мне в ВК, я вам дам контакт человека, который вам расскажет об этом больше. Спасибо. А по поводу ваших стримов для не преподавателей английского языка, они тоже актуальны будут? Я думаю, что-то вы для себя обязательно найдете. Благодарю. Вы человек очень творческий, и у вас обязательно получится это адаптировать под свой предмет.
Понятно, спасибо большое. Ну что ж, Фаиль, я тогда прощаюсь с вашими и нашими. Ну, спасибо большое. Ольга, огромное спасибо за интересную встречу. Да, Дина, взаимно, взаимно. Ну что ж, до свидания, коллеги. Всем успехов в наступающем новом учебном году. Всего доброго. И вам тоже. Взаимно, взаимно. Всего доброго.